что звезды говорят о нашем женихе? Соединение Луны с Ураном в Стрельце в квадрате к Марсу. Человек, который бурно умеет реагировать на все происходящие события, иногда свою реакцию на эти события делает сознательно ярче, вдруг кто-нибудь не увидит. Ну, это, в общем, такой немножко истерический типаж. И в отношениях не очень простой. Девушка нам нужна легкая, если не легкомысленная, отходчивая, необидчивая, та, которая будет на многое согласна. Вот не знаю, мне кажется, что Екатерина продемонстрировала свою способность соглашаться с мужчинами, как-то им идти навстречу. Вполне может что-то получиться. Да, мне кажется, наоборот. Ну, мы сейчас разберемся. Вадим, я думаю, что вы что-то приготовили для нас и сейчас покажете. Да, я приготовил. Я спою песню на нашей невесты. Дверь открыла ночь, не хотела мне помочь и развеять миф о счастье. Сладкоголосый, ну конечно, он такой прямо Рамазотти Эрос. Но болит еще душа. Он очень приятный, он образованный, он очень вежливый, воспитанный. Он такой красавчик. И то, что ему нужно, вы – это то, что ему нужно. Он очарователен, он галантен, обходителен. Но... А запилка, как в глаза смотрел. И там... В глаза смотрел, вот это вот все. Да, вот это, да. Вот. Это все очень такое мачус. Как прекрасен этот сон. Но не станет явьем и растает вновь с рассветом. Лишь коснется луч земли, ты останешься вдали, где любовь и сует лето. С теплой ласковой волной и несбыточной мечтой. Спасибо, спасибо, спасибо. Боже, как это было прекрасно. Жених мне нравится. Более того, я всегда себя прокормит. Он еще и юрист к тому же. Мне нравится, пусть поет. Парень удел, молодец, 31 год, зарабатывает и тем, что у него получается на сцене. И есть у него юридическое образование. Поэтому нет, я здорово. Считаю, вас смиксовать, и получится то, что нужно. Я вам сразу сказала, мужчина истерик. Истерик абсолютный в личном общении. Поверьте мне, там вот этой сладости не будет. Это все для студии. Он пришел, шляпа, красивая песня, способен вспыхнуть, психануть, поссориться, конфликтовать. Но он же живой, понятно. Правильно, скучно с ним точно не будет. Давай. Мы не знаем, выйдет Катя одна или с избранником. Я приглашаю всех. Выходите, давайте ее поддержим. Ну что, попоем? Конечно, попоем. Да, я вижу, что вы довольны. Вставайте рядом, я рада. О, хорошо, что послушалась. Сегодня у нас есть пара Екатерина и Вадим. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи, спасибо.